action. Подписчикам нашего канала и кто-то еще. Вот я вернулся. Да, решил вам показать, как можно поменять watchface на таких часах. Потому что стандартных watchface очень мало. Их просто безумно мало, например. Давайте на этих покажу. Вот я такой интересный watchface установил. Если бы он работал или была анимация на этих часах, вот эта полоса должна быть сердцебиение. Но анимации на этих часах разработчики нам не сделали. Итак, стандартных watchface тут очень мало, видите, их тут просто ни о чем. И вы отвыкаете от них. Вот, видите, вот этот watchface я установил, и тут видим такая, да, должна быть типа анимация у вас сердцебиение, но, к сожалению, эта анимация почему-то не работает или просто не предусмотрена. Вот, поэтому я покажу, как легко без прошивки, без там каких-то трудностей, без влазания в эту систему установить себе watchface. Вы связали их с вашим мифитом, и теперь вы выходите с мифитом, устанавливаете себе в Play Market любую программу Amazfit watchface, можно в принципе эту, в этом ничего сложного нет, пишите Amazfit Bip watchface и устанавливаете такую программу. Вот, вы вошли, и у вас есть несколько флагов. Можете выбирать, для какой стороны хотите установить watchface. Но, в принципе, это не важно совершенно. Я заметил, много есть watchface'ов под флагом Россия, но они тут такие, знаете, не очень. Их тут просто, ну, мега много. Видите, все новые, каждый раз обновляется. Вот этот watchface прикольный, давайте его установим. Нажимаем на него, Donald watchface пишет. Нажимаем, устанавливает и пишет, да, откройте Mifit, кликните по профилю Mifit, кликните Amazfit Bip, войдите там в какое-то меню, ну, Open Mifit. Открываем Open Mifit наш, который мы установили. Заходим в профиль, заходим в Amazfit Bip, ждем, пока будет синхронизация, потому что пришло обновление, им нужно просинхронизироваться с друг другом. Заряд батареи 41%. То есть вообще просто бомба. Итак, обложки часов. Входим в обложки часов. Видим, да, обложки стандартных часов. Вроде бы ничего не поменялось. Самое интересное, что новый watchface всегда устанавливается вот в данную обложку часов. Нажимаем данную обложку часов. Синхронизировать. У нас теперь не будет этой обложки, которая здесь есть, а будет новая, которую мы установим. Вот также в нашем магазине, пока мы ждем, продаются такие брик часы. Цена их не очень дорогая, 900 гривен. Все рабочие дисплеи, тахометр и 2 секундомера, один на 10 делений и один еще там на меньше. Продают все рабочие, все кнопочки у нас тоже рабочие, все дисплейчики ходят, крутятся, вертятся, показывают минуточки, останавливаются, делают обратный ход. Видим, все крутится классно, ничего не отстает, продаются в нашем магазине. Кожаный классный ремешок, толстый. Тогда можете приобрести или в нашем магазине, или по ссылке в описании внизу. Итак, мы установили watchface, теперь смотрим. Теперь у нас очень крутой watchface. По-русскому, камера, конечно, экшен она не будет фокусировать, поэтому все после этого видео я покидаю скрины с хорошей фокусировкой. Посмотрите просто картинки. Тут суббота, русский, 21.04, показано, что разблокировано там что-то, 41%. Часы, Bluetooth посередине зелененьким подсвечивается. И видим, у нас есть еще одни такие часы, да, стрелочные. И отдельная иконочка у нас есть для температуры. Солнышко светится, 23 градуса у нас днем и 5 градусов ночью. Видим, смотрим, погодочка, погода вся на русском, солнечно. Листаем вниз, видим, шрифт крутится. Да, шрифт идет солнечно, пишет облачно, тоже на русском. Там где-то у нас гроза была, ливень, облачно.
Тоже все на русском, все идет так, шрифт, ну, не сфокусируется, потому что это экшн-камера. Видим, да? У нас совершенно новый, совершенно крутой Watch Face. Сейчас мы его сфотографируем, чтобы я вам его потом показал, чтобы вы посмотрели на нормальную фотографию, все смогли рассмотреть. Так, сейчас фокусируем нашу красоту. Ну, давай хоть ты фокусируйся. Не, ну ты меня расстраиваешь, друг. Ну, что это такое? Вот так. И шпок. Есть. Что, установим новый Watch Face? Давайте посмотрим, какие здесь есть еще Watch Face. Так вам с помощью этой программы не нужно будет прошивать, мучиться с прошивками, что-то там копаться в этих настройках, превращать в кирпич свои часы. Вы просто берете, устанавливаете программу и наслаждаетесь любым из тысячи Watch Face. Тут совершенно разные, если он есть какая-то тут игра непонятная. Потом другие Watch Face. Лего. То есть на любой вкус, страх и риск. Их просто тут мега много. Какие хотите. Тут даже где-то Watch Face я видел с точечной картиночкой. Nike есть. Есть Goof. Watch Face Goof. Вроде его Goof зовут, если я не ошибаюсь. То есть кто-то потрудился, знаете, так на славу. Мне больше вроде бы британские Watch Face нравятся. Где-то я видел здесь с картинкой. Вот, да? Good day. Run, 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 run. Давайте попробуем установить. Мне интересно, как он желтый цвет будет показывать. Donald Watch Face. Нажимаем. Устанавливается мега быстро. Open Mifid. Все по стариночке. Ничего нового, ничего сложного. Итак, не забудьте подписаться на мой канал. Поставить колокольчик, чтобы быть осведомленными о новых видео. И вообще подписаться. Нам нужно набрать 1500 подписчиков, чтобы я мог и дальше весело выпускать видео. Помним, да, почему нужно щелкать. Также есть много других программ с Watch Face'ами. Можете их устанавливать, но мне этой программы достаточно. Тут их просто безумно. Да, если бы я и носил часы, может быть, я и установил бы их. Я просто их не ношу. Установился наш крутейший Watch Face. Теперь смотрите, внимание. Зацените. Желтый экран. И вообще, is good day. На руке при соответствующем костюме, ну, будет смотреться совсем по-другому. Черные часы, спортивный какой-то костюм или вообще какая-то любая одежда. Смотрите, как оно будет смотреться. Ну, совсем по-другому. Вживую смотрится лучше, чем на экшн-камере. Реально очень круто. Этот Watch Face с картиночкой просто изумителен. Давайте посмотрим, что здесь есть еще в этой прекрасной программе. Давайте посмотрим на другой флаг. Тут видим совсем другие Watch Face. Совсем. Даже оформление другое. Залез на день, залез на час, остался на день. Вон, видим даже лицо какого-то дядьки. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. Мне интересно, как часы это покажут. Я думаю, под заказ, если будет интересно, можно выбрать и свое лицо попросить, чтобы вам поставили. Теперь посмотрите, как у нас выглядит дядечка. То есть, достаточно интересно, эти часы могут воспроизводить даже картиночку. Ну, интересно выглядят. Не знаю, как это на руке будет смотреться, возможно, кому-то понравится. Потому что все мы разные, ну и что-то, я вот смотрю на эту картинку, ну... В этом что-то очаровательное есть. Возможно, я просто не привык, что эти Watch Face могут воспроизводить какие-то картиночки. Но, знаете, это очень-очень круто. Я очень рад, что могу для вас снимать это видео. Вот что-то я думал снимать, не снимать, но теперь я просто уверен, что хочу снимать. Кстати, с этими часами у меня есть также ремешки в продаже. Вот еще один очень крутой Watch Face. Видим. Watch Face гонщика. Ваша скорость 70. Ваша скорость 80. 70, время показывает, топливо бензина показывает. Я, конечно, не знаю, все ли эти дисплеи активны насчет скорости и топлива, но интересный такой Watch Face для гонщиков. Так, есть еще безумно много Watch Face'ов, просто мега много. Также есть Watch Face'ы вот с этим дяденькой, скорее всего вы его знаете. Есть Watch Face'ы с Микки Маусом. Я думаю, вы поняли, откуда они. Кстати, давайте установим, посмотрим, как на этих часах смотрится Микки Маус. Я напоминаю, что
это совсем не Apple Watch, потому что здесь другой рефлекторный дисплей. Кому не нравится такой дисплей, который работает рефлекторно, ну, то выбирайте что-то другое. Есть много сегодня альтернатив умных часов, но мне кажется, это одна из лучших по своей ценовой категории и потому, что она держит батарею 30-40 дней. Это очень-очень заманчиво и очень классно, что не приходится каждый день или каждые два дня заряжать свои часы и переживать, что не сядут. Вы их одели и спокойно в активном режиме можете пользоваться ими две недели. Да, или если у вас суперактивный режим, все включено, датчики сна всегда не у вас работают, то неделю это точно. Поэтому, ну, кстати, вот у нас Микки Маус установился, так он смотрится. Вот, даже без подсветки на солнце они смотрятся вообще очаровательно. Сейчас подсветка сама погаснет, видим, да, на солнце они смотрятся во много раз лучше, чем с подсветкой. Да. С вами были товары с Поднебесной. Сейчас, наверное, скрины будет этих всех watchOS-ов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, в нашем магазине очень много всего интересного. Есть также другие часы. Всем здоровья. Па-па.